Нет другого выбора, как только вместе преодолевать барьеры, сохраняя и развивая все позитивное. Ну и в этом смысле обращение к культурному наследию этому может во многом помочь. В названии выставки слова турецкого поэта «Закрываю глаза, я слушаю Стамбул». Может показаться, что между названием и содержанием нету соответствия, что как можно, разглядывая фотографии, закрывать глаза. Но искусство во многом движется на... Тысячи лет каждый из нас хотел бы побывать в этом вечном городе, потому что это действительно город, который олицетворяет в том числе и нашу культуру. Bizler için, Türk insanları için herhalde en büyük anlam ifade eden şehirlerden birisi aslında başında geleni İstanbul'dur. Действительно, для турецкого народа, для любого турка, этот город, наверное, находится, ну, является одним из самых главных городов в их жизни. Öyle ki Türk insanı İstanbul için şarkılar söylemiş, şiirler yazmış, onun üzerine bir hayal geliştirmiştir. Bu bakımdan biz özellikle bu dönemde İstanbul konulu bir serginin burada açılmış olmasından dolayı Sayın Başkanım ve değerli meslektaşlarımızın ve siz de burada olmanızdan dolayı gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Позиции, которые занимает Сергей Евгеньевич Нарышкин, он забыл об одном очень важном качестве. Он является председателем правления Российского исторического общества. И эта выставка, помимо того, что она отражает наши замечательно заново складывающиеся отношения с Турцией, сегодня от того, что вы пришли разделить с нами радость открытия этой выставки. Я был просто поражен, как Сергей Евгеньевич расшифровал название и соотношение этого названия с тем, что на этой выставке вы увидите. Это действительно так. Вот этот противоход между ощущением... Ben de bu vesileyle bundan yaklaşık bir saat önce Türkiye'den ulaşmış olan bir kitabı Sayın Başkan'a takdim etmek istiyorum. Да, господин посол говорит, что я хотел бы воспользоваться возможностью и буквально час назад он получил из Турции книгу. Türk yazarlar tarafından hazırlanmış. Книга приготовлена, значит, выпущена с Союзом писателей Евразии. Rus şiiri antolojisi, Türkçe çevirisi. Книга посвящена, значит, называется антология российской поэзии, русской поэзии. Спасибо огромное, это огромная радость, но я хочу сказать, что я тебе сегодня, в сентябре 16 года, как обещал Михаил Ефимович Павлу Владимировичу, мы открываем выставку турецкой.
вся мистика sergiyi çok güzel buldum. Esasen fotoğrafçılık benim de hobim olan bir alandır. Profesyonel olmasak bile. Tabii buradaki fotoğraflar hem tarih hem son derece profesyonel. Özellikle o çağının fotoğrafları bakımından son derece profesyonel fotoğraflar. Bize de ancak takdir etmek ve tebrik etmek düşüyor. Hem ev sahiplerini hem de zamanında bu fotoğrafları çekerek bizlere ve tarihe kazandıranlar bakımından. Gerçekten takdir ettiğimiz bir sergi olmuş. Aslında her zaman söylediğimiz gibi artık o kriz ilişkilerimize bir parantez olarak kaldı. Ondan önce ve bundan sonraki dönemlerde bizim ilişkilerimizin en önem vermemiz gereken boyutlarından birisi, hatta başında geleni kültürel alandır, sanat alanıdır. İnsanlarımızı ve halklarımızı yakınlaştıracak olan alanlardır. Ki bu tür faaliyetler de bu bakımdan en anlam ifade eden ve en somut katkıyı yapan alanlardır. Bu bakımdan da bu tür faaliyetleri gerçekleştiren, katkı sağlayan herkesi tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz.